Сотрудники подразделений экономической безопасности и противодействия коррупции Главного управления МВД России по Саратовской области задержали подозреваемых в мошенничестве при оказании юридических услуг в сфере страхования. По имеющейся информации, работники частной компании предлагали гражданам полное юридическое сопровождение процедуры получения страховых выплат. За услугами обращались пострадавшие в результате дорожно-транспортных происшествий, либо родственники погибших в них. Злоумышленники оформляли доверенности, в том числе на открытие и ведение банковских счетов клиентов. Часть поступавших на них денежных средств аферисты похищали. В настоящее время установлены 4 потерпевших от противоправной деятельности соучастников. Причиненный гражданам ущерб составляет около 2 миллионов рублей. В результате оперативно-розыскных мероприятий при поддержке сотрудников Росгвардии задержаны 4 подозреваемых. В ходе 20 обысков, которые проводились полицейскими по их местам жительства и в офисах компании, изъята компьютерная техника, мобильные телефоны и документы по страховым выплатам, имеющие доказательственное значение для уголовного дела. Также обнаружены денежные средства в сумме более 1 000 000 рублей. Следственными органами полиции возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации, которые соединены в одно производство. 3 фигурантов заключены под стражу, в отношении одного избраны меры пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.